непростая, сейчас, на самом деле, задача. Я попробую. На самом деле, да, просто мне нужно несколько минут вашего внимания для того, чтобы мы каким-то образом все-таки все вместе приняли вот этот набор букв, набор слов, который выстраивается в наш один единый образ будущего. Я постараюсь быть кратким, согласно документу. Так, наш манифест участников первого регионального форсайт-кэмпа 2017 в Ставропольском крае. Участники первого регионального форсайт-кэмпа 2017 в Ставропольском крае, среди которых представители общественных организаций, деятели науки и образования, частных и государственных компаний, региональных и муниципальных органов власти, предприниматели, студенты, школьники, жители Ставропольского края, признают, перечисленные ниже вызовы, ценности и направления развития обязуются прилагать все усилия, использовать опыт и доступные ресурсы для достижения общего желаемого образа будущего Ставропольского края. Итак, вызовы в развитии региона.